пожар на улице Волгинска начался около 11 часов утра. На место изменителя прибыли сотрудники пожарной службы. Им удалось быстро потушить возгорание, чтобы оно не перекинулось на соседнее строение. По предварительной информации, горел курятник и котельная. Постройки вспыхнули как спичка. Первое возгорание заметила хозяйка. В этот момент она находилась в рядом стоящем доме с маленькой внучкой. Сначала дым из курятника пошел, из курятника чуть-чуть. Где-то у меня здесь варил обед. Я дочку одну, эту внучку одну оставила и побежала скорее сюда, ему сказала. Я говорю, у нас что-то горит там, я говорю, в курятнике из дыма идет. Он говорит, что там может загореть? Я говорю, не знаю. Он побежал туда, я скорее наверх поднялась. И внучку давай одевать. Хозяева дома сначала пытались тушить возгорание своими силами. На помощь сбежались и соседи. Но пламя за считанные секунды охватило строение. Варил курятник на самом деле. Но потом вот потихоньку и все, и пламя потом началось. Чудом никто не пострадал. Благодаря слаженным действиям пожарных, огонь удалось ликвидировать за полчаса. В результате пожара огнем уничтожена надворная постройка на площади 12 квадратных метров. Частично повреждено помещение котельной. Пострадавших нет. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Всего в тушении пожара участвовали 21 человек личного состава и 6 единиц техники Главного управления МЧС России по Бурятии. Екатерина Листратова, Константин Гармаев. Новости дня.